мы один из немногих регионов России, который по решению губернатора на протяжении уже нескольких лет выдаем для инвалидов с нарушением функции зрения смартфоны. И эти смартфоны, они необычные. Когда мы вводили эту меру социальной поддержки, у нас просто был ажиотаж. Огромное количество заявок, потому что потребность была высокая. И выдавали по 300, и по 400 смартфонов за полугодие. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и вот только по итогам 2023 года у нас потребность закрыта, ну, практически полностью выделено, если сейчас не ошибаюсь, скажу, всего 167. Ну, то есть кто-то уже получил и использует его. Для слепого телефона это чудо, потому что телефон, на телефоне слепой может слушать книгу. Понимаете, слепой может ориентироваться, он помогает ему в ориентировании. Там и спектакли транслируют, и фильмы озвучены, то есть специально, это называется тифлокомментирование. И их смотрят на территории всей области. Поэтому это не баловство, и мне очень понравилось, когда я в Отрадном был. Одна бабушка сказала: «Земной вам поклон, сынки, вы так хорошо сделали».